Сергиево-Посадское отделение Союза журналистов России, состоящее из 56 членов, сегодня возглавляет Лариса Войткова, заведующая отделом газеты «Сергиевские ведомости». Мы открыли сайт, восстановили нашей организации. Гриша Глазов снова взялся за это дело на добровольных началах. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы теперь туда все время заходили, писали свою информацию, присылали свою информацию, и будем как-то общаться и жить дружнее. В этом году местное отделение Союза журналистов пополнилось новыми членами. Членские билеты на собрание были вручены Ольге Неяскиной, Вячеславу Манягину и Александру Рдултовскому. Также районное сообщество рассмотрело кандидатуру Николая Борисова, который долгое время занимался побратимскими связями в Сергиево-Посадской городской администрации, на принятие в члены Союза журналистов. Мы идем путем непростым. Начну с последнего вопроса, потому что в тех условиях, в которых сейчас существует, в принципе, большинство профессиональных союзов, очень тяжело на общественных началах, тем более тяжело, а, по сути дела, по всей стране вот такие организации, как наши, работают именно на общественных началах. Правильно, что сейчас организацию возглавил опытный журналист, известный и уважаемый в нашем городе человек Лариса Николаевна Войткова. Вот, и хотя за ее плечами и огромный опыт, и много всего пройдено, но она не останавливается и стремится каким-то образом вот и нас всех, что называется, собрать. На этом собрании Союза журналистов выбрали 4 делегатов на 22-й съезд Союза журналистов Подмосковья, который пройдет 27 ноября. Наш район представят Лариса Войткова, Виктория Шатурная, Евгений Самсонов, Сергей Шеляев. Также на собрании наметили план работы на 2016 год и презентовали новый сайт местного Союза журналистов – сергиевжур.ру. Наталья Артемова, Илья Орещиков, «День города».